Прекрасная атмосфера праздника царила сегодня в стенах Цилюпинского детского дома, посвященная выпускному вечеру. Молодые люди прощаются со школьной жизнью и открывают для себя новые горизонты будущего. Выпускников звучала сердечная благодарность для всех сотрудников детского дома, которые за это время стали родными. А также слова благодарности прозвучали для родителей, всех гостей, друзей и спонсоров, которые также на протяжении длительного времени принимали участие в судьбе каждого выпускника. Теплые слова, сказанные на празднике, навсегда останутся в сердце всего коллектива детского дома и всех дорогих друзей. В мероприятии присутствовали сотрудники миссии Агапы, представители Украинского библейского общества и благотворительный фонд «Мой дом». Миссия Агапы имела возможность обратиться к выпускникам с наилучшими пожеланиями и напутственным словом, где еще раз было сказано о великой Божьей любви каждому человеку. Каждый выпускник имел возможность получить в подарок Библию для молодежи от Украинского библейского общества и небольшие памятные подарки от Международной миссии Агапы. Да хранит вас Бог, дорогие выпускники. До свидания, школа!